В связи с наступлением весенне-летнего периода и появлением на автодорогах мотоциклистов и лиц, управляющих скутерами и мопедами, на территории Тамбовской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий с их участием. В апреле-мае текущего года уже зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий данного вида, в результате которых 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Как правило, травмы водителей этих транспортных средств и их пассажиров очень тяжелы. Стремясь изменить складывающуюся ситуацию и в целях снижения аварийности на дорогах с участием лиц, управляющих этими видами транспорта, отделом ГИБДД МОВД «Уваровский» проводятся мероприятия профилактической направленности. В период с 10 по 20 мая 2011 года на территории Тамбовской области будет проведен комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Мотоциклист». По словам сотрудников ГИБДД, главная цель проводимой операции – не только снизить число ДТП, но и предупредить возможность их возникновения. Ведь чаще всего подобным видом транспорта управляют несовершеннолетние, которые не имеют достаточного опыта и навыков вождения. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова для рубрики «В рамках закона».